Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел посетил приход апостола Андрея Первозванного в деревне Рускинская. О миссионерской деятельности в национальном поселении в сюжете наших коллег. Приход в Рускинской небольшой. Дважды в месяц службы проводит отец Дмитрий, настоятель Федоровского храма Феодора Стратилата. При необходимости совершаются и обряды крещения, отпевания. Кроме того, отец Дмитрий с единомышленниками ведет миссионерскую деятельность. Православная экспедиция в этом году побывала на нескольких родовых угодьях. А вскоре выйдет в свет печатное издание «Начальный православный молитвослов» на сургутском диалекте с аудиоприложением. Этот опыт очень интересный, и я думаю, что нужен и необходим, потому что на родном языке, скажем, зная богослужение или богослужебные тексты, они более, скажем, родно усваиваются, быстрее и лучше. Мы сегодня говорим о том, чтобы мы хранили культуру наших народов, традиции. Эпофально то, что сегодня занимается наш приход, переводом священного писания, молитвослов на родной язык национальный. Это очень важно. Нетрадиционные вероучительные организации в последние годы проявляют повышенный интерес к коренному населению. Уже просто необходимо принимать меры по сохранению культуры малочисленных народов. Среди ханты, кстати, немало людей крещенных. Может, даст Бог, в будущем, просвещая, вот именно переводя на родной язык и молитвословие, и священное писание, то кто-то, может быть, из коренных народов поступит и в нашу семинарию, скажем, и получит образование и станет священнослужителем. Это бы было бы идеально. Храм в честь апостола Андрея Первозванного в национальной деревне получил освящение ровно год назад. Рассматривалась возможность назначения в Рускинскую постоянного священнослужителя, но пока не решен вопрос с жильем для будущего настоятеля и его семьи. Здесь по-прежнему остается служить отец Дмитрий, уже снискавший благорасположение прихожан.